В мае пора снимать с себя все лишнее, включая проблемы, как сделал один мой знакомый, дядя Паша. О, Коль, сын, ну приезжай на дачу, ну ей-богу, ну протяни ты руку помощи, ну чё ты ерепенишься? Ну подзагоришь заодно, а то смотрю, бледный, ё-моё, как этот, как холодильник. Пёс, да сам ты в глуши, 240 километров от Москвы-то всего. Да ну, не-не, давай, всё это. Ага, ага, а как в бане париться, так ты чё, первый, да? А как бать кирпичи потаскать? Не-не-не, Славик, я тебе говорю, Славик подтянется железнобетонно. Кто проводку тянуть будет? Да позвоню я, естественно. И запомни, сын, кто поможет с баней бате, будет молодцом в кровати. Ха-ха, всё. Ну ладно, всё.